Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Пельмешка, Тортик и Тоха. И сегодня мы снова играем в BMG Drive. Всем слава, народ. Здрасте, здрасте. Ребят. Ребят, сегодня у нас бимка, и сегодня у нас спуск с горы. Наш новый спуск ледяной, спуск. И это... Нет, Тох, не то, что ты любишь. У нас именно спуск сегодня. У нас, короче, мы сегодня будем на тачках спускаться с горы и пытаться доехать до финиша. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Ну что вы делаете? Ну кто здесь опять слипся? Так, ладно. Все очень просто. Мы спавним тачки рандомно, пока нажимаете на рандомную клавишу. И выпадает мне... Ой-ой-ой, ну прикольненькая тачка была бы для бездорожья. Ой-ой-ой, а чё? Ой-ой-ой, так, у нас у всех выпали тачки. А, собственно говоря, смотрим, кому что выпало. У Тоши это приора какая-то порезанная с елочкой. Чья приора в комментариях пишите. Чисто зимний вариант. А, такси, да, половичок и Porsche Macan. Да, у меня это Silverado огромный на оффроудных колесах. Ладненько, посмотрим, что получится. Сегодня предупреждаю заранее то, что финишную черту я подвинул чуть-чуть подальше. Поэтому, возможно, будут какие-то сложности с доездом, но что было поинтереснее. Поэтому всем желаю удачи, а мы стартуем на счет 3. Давай, Тоха, отсчет. Раз, два, три. Поехали! Я понял, фига, у Тохи старт лучше, понял. Чем это, чем у Porsche. Окей. Куда вы такие быстрые, ребят? Ну, я не знаю, братуха, но... Это чтобы не подстраивался, куда не надо. Все на видеорегистратор заснято, Вань. Ничего не знаю. Еще не было. Я догоню нарушителя. Давай, догони. Тор держаться. Тор удержался, вроде бы, да. Ладно, посмотрим, что получится. У меня максималка, в принципе, не самая большая, но... Посмотрим, проверим. Опять-таки, напоминаю то, что по тормозам прожимать в этом шоу, ребята, нельзя. И вот наш спуск. Здесь, конечно, скорости. Короче, ваши максимальные скорости пока говорите. 370, 380. 380. 350. Мне примеха обошел. Примеха обошел? Прям просадка. 400 километров в час. Я по FPS его обошел. А, серьезно? На меня 400. С вырубленным движком. 400 километров. А, ты сам сдох у тебя? Да, я просто качусь по накатанной 400 километров в час. Прикол, короче, прикол. Я тоже так же. Ну, я в принципе... На пару. Короче, я доезжаю, видимо, но вопрос лишь в том, доеду ли я именно до финиша, потому что финиш подальше стал у нас. Приземление, и давай, финишная черта, вон где контейнер. Где контейнер, финишная черта, и доехал я первый. Хорошо, смотрим, пока мы... Так, смотрим за пельмень. Пельмень у нас будет вторым, нет? Да, пельмень... Нет! Нет! Тоха обогнал под самый конец. Ах ты ж, зараза, повезло ему нормально. Да, приземлиться. Реально. 3 балла мне, 2 балла Тохе, 1 балл пельменю. А, торт не доехал, получается, вообще, да? Ёлочка зарешала. Торт, да, размотался. Ладненько, пока обратно. Молодец, эта финишная черта была около контейнера. Пока меняем машины, смотрим на наш второй раунд. Что будет, не знаю пока, но... Ой, это Бимкина не считается. Хотя тачка подошла бы для этого испытания. Ой, какой прикольный Porsche. Бэшка с нитро, это хорошо. Это самое или нет? Да, эта скорость будет дикая у пельмени, реально. Сейчас сюда я полечу. Да, а у меня какой-то прикольный винил. Это сам... Что это за винил? Подождите, это не из Киберпанка тачка случайно? Вот, да, тоже сейчас Самурай, смотрю, да. У тебя прадик одна. Ой, в смысле крузак сотый. У меня тачка Джонни Сильверхенда. Да, ребят, это чётенько. И ждем пока тачку еще у Тохи. Это из Киберпанка. Это из Киберпанка. Спортсмен? Да, спортсмен такой. Киану Ривз. Ладно, ждем пока твою машину. Тохи. Чего? Одинаковые тачки у пельмени и у Тохи. Что? Это заруба на меч. Это заруба. Будет легендарный. Реально. Они же разные. Это вообще, конечно. Тогда нет, тогда разные. Они по цвету даже чуть отличаются. Ладно, давай тогда, Тоха, отсчет, и мы, в принципе, готовы стартовать. Да? Куда поехал? Два. Давай. 3, 2, 1. Поехали, окей. Ой-ой-ой, я понял. Так, торт понятно будет показать. У меня место зеркал, какие-то камеры вообще. Тоха. Нет, я себе колесо вынес. О, красавчик. Меня даже не задел. Красавчик. У меня, конечно, трясутся колеса, но на этом спуске это Porsche впервые находится. Он лучше ехать стал без колеса. Но, по-моему, нет. Я колеса пробил. Серьезно?
Да, у меня все 4 мины. Все колеса пробиты. А, так получается, вы как найду на этом настоящем. Прыгает машина. Да. Я понял, О, тихо. А что я так плыву-то на Порше? Я понял, ладно, держимся пока, Как у вас на движки? Какие скорости максимальные? Нормально. 500, да? 340. 340, 500, да, я понял. Но в принципе... Я сейчас вылечу. Колеса сломались. Нет. 460. Пельмень, держись. Пельмень удержался, хорош, что-то да. Что-то у меня детали выпадают там потихонечку. Выпадают детали, да? Разложитесь. А, пельмень! Пельмиша! Нет. Минус колеса, минус кардан. Тоха, обернись! Куда? Тоха, подними голову вверх! Ваня, ты куда? Ты где? Ты куда? Что? Нет, Тоха! Ваня полетел! Тоха первый на финише. Бля, 3 балла Тохе, 2 балла мне, 1 балл пельменю. Торт. Без колес. Да, офигеть, я Тоху так перелетел. То что за полет был? Да, так полетел. И торт, торта вообще дико разматывает. И боком, торт, боком, торт, торт еду, не доезжает. Еду. Не доехал торт до финиша. А, прикол. 320 боком прикол. Ехал. У моего друга есть для тебя новость. Кстати, кроме компьютерных игр, я часто играю в мобильные. И одна из моих самых любимых игр — это One State. One State — это бесплатная мобильная онлайн-игра, действие которой происходит в Лос-Анджелесе. Здесь можно почувствовать себя полицейским, бандитом, бизнесменом или обычным работягой. В игре безграничные возможности для развития персонажа и совместной игры с друзьями. Кстати, недавно я узнал, что каждому игроку в игре дают бесплатный бизнес с высоким заработком. В игре очень красивая графика, зайди и зацени сам. Скачивай игру по ссылочке из описания к этому ролику и вводи промокод Донни, который даст тебе 10 тысяч долларов для быстрого старта и развития на One State. Жду тебя в игре. Ладно, пока респонитесь обратно. Блин, так обидно, ребята. Я так догонял вас, были все шансы. Ладно, спавним новые тачки, поехали. И в итоге у меня... Ой, Супра. Такая стоковая, настоящая сток Супра. Сиан. Ой, Сиан, это очень хорошо. Так, пока у пельменя это Бимкина машина. Это чисто, короче, полицейская машина американская на штампах таких вот. Это тоже, да. Да, и... Опять Бимкина. 3 Бимкины подряд. Давай что-нибудь такое. 4. Это ГЛЕ, это прикольно. Кстати, МЛ-ка и ГЛЕ, вот именно этот кузов, одинаковые машины вообще один в один. Просто одинаковые машины. Да, ну окей. И ждем пока тачку еще у Тохи, а у Тошика это в итоге... А куда меня кинуло? О, какой офигеть! Это что такое-то GMC? GMC. Ема колеса мощные, слышишь, прям вообще. Стилевый GMC. Ладно, это будет интересно. Давай пельмеха отсчет, и мы стартуем. Давай, раз, два, три. Поехали. Так, ну торт пошел. Понятно, да, все с вами. Даже Тоха на пикапе быстрее меня на Супре. У меня вообще Супра или что это у меня, блин? Ну, вроде Супра. Не настоящая, видимо. Я отсюда слышу торт. Так, Тоха, только там. Главное, без лишних движений. Чё? У тебя, кажется, гушак отваливается, нет? Тор, ты так рядом? Да. Ты что делаешь? Ну нафига, дурень ты, блин? Ты кончалыга, реально, Тоха, нафиг. Че, не удержал? Да удержал я, конечно. Ну ты реально дурак или что, я не понимаю, а? Бампер, торт. Куда ты бампера свои скидываешь? Туда тебе, Тоха, давай там, вылетай. Нафиг. Нормально все, нормально. Ладно, смотрим. Бампер же, жрал ее, конечно. Блин, вообще. Колесо спустило. Мне чей-то бампер все 4 колеса пробил. Да. Ой, твой. А что за текстуры у меня из бампера торчат? А какова скорость? У меня сейчас будет взрыв движка, я понял. 430. Ой, ну у меня... Так же, и повреждение ГРМ у меня... Я так там догоняю потихоньку уже на... Нормально. Все, успею. Я тоже догоняю торта, но... Торт? Куда? Нет! Чё у вас там? Нет! Долетели? Нет, давай, да! Нет! Доехали, нет? Торт, я тебя обгоню! Нет, тут торт быстрее, торт чуть-чуть прям быстрее! 3 балла торту, 2 балла пельмеша! Я прям потею! Чуть-чуть, да! А я доеду? Ну как доеду? Я ещё газую даже! И 1 балл мне! Еее, хорошо! А Тоха, ну... Я доеду! Тоха, тебе, Тоха, чист за твою наглость последнее место, понял? Вот тебе. Вот буквально, если бы
я чуть-чуть, ну буквально на пару километров был быстрее, я бы его обошел. Да, да, представляю, представляю. Ладненько, а пока распаднитесь. Да, первый. Да-да-да, с конца, Тоха, всегда первый. Ладно, спавним машины, другие, смотрим, кому что. У меня это в итоге... О, это Бимкина. Так, у меня что-то... Кто бы говорил первые два раунда. Слушайте, Q7, дорестовый, кстати, Q7, ну, предпоследний рест, если быть точным, и полицейский, какой-то фургон, ну, кого, у Торта, и у Пельмени, это тоже Бимкина машина, я понял, ждем, пока ваши реальные машины, у вас, скорее всего, загружается моя Q7, потому что она впервые выпадает да, у нас, да, да. И номера нотариус, ладно, ждем. Опа, смотрим, кому что выпало. Так, значит, Бугатти, вот это будет заруба. Ну как не заруба, а просто гонка будет нереально крутая у Торта. У меня Q7, опять-таки, нотариуса. У меня, не у меня, а у Тохи это S600. И еще получается, что Драгстер Приора у Пельменя. Драгстер Приора. Вот это будет четенько. Ну да, Драгстер реально. Ладно, мы в принципе готовы. И давай тогда Торт отсчет, и мы будем стартовать. Давай, раз, два, три. Так, Audi Q7. А Q7 даже без S-лайна. Я понял, ну ладно, хорошо. Ну-ка. Так, Пельмень едет пока, я тоже. Ну, я вообще самый, видимо, овощной здесь. Даже Пельмень на Приоре быстрее. Понимаю. Ну, окей, мне больше, конечно, Торт интересен, что там будет с ним сегодня на этом заезде. У меня уже 300 еду, 350. Я надеюсь, что сейчас я тоже разгонюсь. Ой-ой, полетел, нет? Да? Погнал боком. Держись. Ой, куски какие-то летят от Торта, я так понимаю. Опа. Что-то кажется... Удержал, да? Удержал? Ну, так, нет, вроде бы, да. Вырубли, а то у меня движок сдохнет. У меня сейчас сдохнет движок тоже, блин. Ну ладно. Короче, тоже жучек. Будь что будет. У меня движок сдох! Будь что будет, ладно, поехали. Да, тоже лечу. Будь что будет, у меня сейчас уже мне тоже нечего взорвет. Терять, у меня двигателя нет. Примеха! Пацаны! Пацаны! Сколько скорость? Но у меня 380, я пока еду. Пока коробка держится. Я не вижу этого бугорка, блин. Типтроник пока держится на Audi. Или S-троник, не, скорее всего, типтроник, да. Ну, это коробка такая здесь. По идее, типтроник, если не ошибаюсь. Ну-ка. Так, ну я понял, Доха, видимо, будет первый, да, так понимаю? Да. Леха, не смей. А я пока еду. Ой, я смею. Там авария была. Там авария была, я видел. Ой. Ой, а я доберусь до финиша или нет? Я могу не добраться! Я первый. Тоха, да, Тохи 3 балла. А я, наверное, а я не доберусь, а я не доберусь. Я не добрался, да. Я так близко, но я не доехал. Да, Торт едет, Торт зарабатывает, видимо, 2 балла. И Пельмень тоже? Вы чё, ну нет. Я не знаю, что происходит, я просто... По накатику, да, я понял. А, ну в итоге Торт, ну Торт ползет и, ну доезжаешь, да, пересекаешь линию. Мерседеса. Да, все, 2 да. балла Торту, и Пельмень тоже встал, получается, баллы зарабатывают только Тоха и Пельмень. Окейушки, это интересно было, конечно. Блин, да я вас... Ой, сколько лет я записываю, я вас путаю. Я не знаю, что делать с моей головой. Короче, ладненько, пока новые машины спавним, смотрим, кому что. Меня это в итоге... Меняем другую тачку и... О, какой Кальян! Ой, вот. Какая РС-ка. Какой Кальян. Кальян, да. RS6C7, да. У меня это Кальян прям Давидыча, тот самый, который... Тот самый. Посмотрим, надеюсь, он там тоже какой-то заряженный, нереально заряженный. И ждем пока тачку еще у Тохи и у Пельмени. Так, окей, в итоге у Тошика это М5. Это обычный М5 или Competition, или КС? Что это такое? Я ничего не вижу. Ну, заряжено, да. Ну, вряд ли М5 будет не заряженное. И половичок у Пельмешки. Ладно, посмотрим, что получится. Возможно, это либо последний раунд, либо предпоследний. Посмотрим. И давай, Тоха, отсчет, мы, в принципе, готовы. 3-2-1. Ну, поехали. Желаю всем удачи. М5, понятно, ну, пошла. Ресочка тоже пошла. Ну, Пельмень, догоняй как-нибудь там. Возможно, ты нас обгонишь. Кто знает, на самом-то деле. Да. Возможно, кто-нибудь не доедет. Ну, возможно, да. Тебе Кальян пошел. Кальян, да. Ну, потому что Кальян типа BMW же. Там же BMW внутрянка полностью. А ты к седьмому, что ли? Нету. Все колеса лопнули. Все колеса лопнули, пацаны. Ну что это такое? Ну что это такое? Она не рулится, да? Или что? Что происходит?
У меня Audi, у меня Skyfall. У кого да. У меня тоже, когда колеса лопнули. Торт! Торт, нет! Они отвалились! Торта колеса отвалились! У кого какая скорость? Ну, 300 плюс после аварии. Без колес 540. Ну, понятно, тебе М5. Ну, это, конечно, интересно. Колесо торта уходит от меня. Торт, не смей. Ой, блин. Торт, не смей. Торт, не смей. Че у вас там? Че у вас там? Да я почти его убрал. А, реально? Почти меня убрал. Только доехал? Колесо, торт. Ну, колесо меня пытается. Блядь, колесо дурацкое. Давай, давай, летим. Да, Тоха первый, так понимаю. Да, Тохе все-таки 3 балла. Что? И я, видимо, 2 балла зарабатываю. Я, наверное, все-таки доеду уж. Да, я доезжаю. Да. Отличненько. Я доезжаю и зарабатываю 2 балла. Хорошо. Да, да. И пельмень тоже доезжает. Да, однако, слушайте. Тормозишь? И пельмень, да, у нас зарабатывает 1 балл, и все. А, в итоге торт... Видимо, доедет или что? Смотрим, торт доезжает, но баллы уже не зарабатывает стопудово, потому что за последнее место баллы мы не даем, к сожалению. Но давайте смотрим, верим. Но тут. А, здесь, однако, это необычное Audi с номерами такими необычными. Чьи номера в комментариях пока пишите. А мы доезжаем, ну как мы, да. Смотрю, пока за тортом, торт доезжает, зарабатывает ничего. Ну, бывает такое. Ребят, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Также не забывайте подписываться на телеграм. Там много прикольной информации. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.